банка ничего не меняется. Ну, в принципе, как всегда, ребафал, а потом ребафлит. Констант. Так, космо справа, дадвиг слева. Поехали. Пиха нам дам, что нам тебе успеть собрать палку любую. Почему дам? Ну, потому что потом расскажу. А, я понял. Свет не спая. Сейчас есть. Дербище. Вообще-то собрать все, что планировалось собирать. Слить. Косты сбивать. Череп. Нет, косты. Откроется СС, то будет глубоко насрать, у кого там нету палки, у кого есть палка. Я в плане то, что в начале будет, может, тяжело, а потом уже, если закрываться будет, все равно это целкагер у нас, как статик, до сих пор еще будет заеб. Да, может быть, посмотрим, не знаю. Но пока будет речь идти о ФК, естественно, все хуй забьется по мелкогер, мелкогер за один день. Надо пока, 3 минуты еще. Моба с меткой гриппы, с черепом. И второму тоже забивайте, сагривайте. Сливаем быстрее. Сапфир. Солнечник.
шапки, которые никому не нужны. Вроде он никому не нужен. Мариш, ты будешь забирать солнечный? У нее, по-моему, был он или не был? А, ну все. Давай, Назар, посмотри, если не зайдет, то вон в Алису кинь. На чем мы едем собирать? Давайте единственный патруль. Ну, посмотришь. Два часа есть, но то, что посмотреть. Нет, а здесь что будет выше. Где? Патруль. Джеска взять 290, а ОКГ только 290. Что, если это когда уже откроется? Это положить на август. После ЗС и ГЕР, по идее, они же должны кильданус начинать открывать потихоньку. Там еще ДХ, там еще ДХ. До следующего контента ПВЕ это минимум опять полгода, что ли? Нет, а предположительно, ведь уже по идее с этих вот с БК контента остался лишь остров, нет? Нет, еще БТ и... Они могут переделать Санву, они могут переделать пятерку вот эту вот, которая на острове. Терраса магистров. Да, ее можно переделать под рейд. Спокойно слушай. Терраса магистров — это остров. Вот я как раз. Вот там есть рейд на 40 человек. И что за палагин? Что это остров откроется потом когда-нибудь, это очень хорошо. Там лук легендарный палец. Кофе, ну вот, мне голда важна, чтобы быстрее открылся контент. Ну и зачем вы пулите без хпала, ну ёбану? Да нормально, я еще разок прокастую резать могу. А, ты уже его резал, ты я что-то стоял резать. Я мат резко доставал, пока мне его не сбили. Тим не прошел или ты АФК? Что сделали с капитаном? Не, Тим или вылетел, или АФК, потому что я его одиночным тоже резал, так что одиночный точно не промахнется. Делать ему будет. Дизлан что-то хочет поставить. Нет, так же лагает. Поехали, блин. Не сейчас. Заходи, тут. Ну, сейчас вражда чистит, пойдет.
Дуплишка, ты тут? Воронки кто-нибудь продает? Я уже всех Паша спросил. По-моему, дупло уснул. Че, бро? Паша, ты можешь тут крикнуть, я тебя слышу. Так я тебе три раза сказал. Я не слышал. Ну как, я слышал, но я не слышал. Сейчас зайдем. Космо, давай, перепрыгивайте с Алиры, только быстро. Давайте ускоряйтесь. Какой у тебя хостый полик? Сейчас 1259. Ассист по локу быстрее. Зачем тогда тебе желтые камни в Сердоле? В смысле желтые камни в Сердоле? А, блять, они... Я П увидел и подумал полик, сука. П значит полик? Эх, я вообще нахуй. Кто на ком? Шаря на боссе будет. Вы вдвоем на адах, до этого шаря на бабе, Войд на инженере, ты на щите. Возникло после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаганор.
впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас силы выступить против Светокрада Таладрона. А тебе есть лапа банка? Уже да. Там 59 минут как бы уже. Минута прошла, как я думал. А можно каску поваром обновить 11 минут? У меня до сих пор 60 показывает. Хватит. Он тебя, Паша, другую лапу просил. Тоже верно. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телонидусом. Смерть? Что ты делаешь? Куда ты его ведешь? Зачем? А где? Ну где он был? Прямо на месте. Ух уж эти разные обычаи, эти вот. Чаря, дергайся, кофе нет. Разные тактики на обычку ЕГЭ. Он и в геле примерно там же стоит. У Таси, кстати, и другие тактики. У Таси, да? На обычку. Кто на Феникса будет? Я и будет, по-моему. Головара. У тебя Т5 нет? 2 Т5. Паша, кто на касках? Не знаю. Сложный вопрос. Ляр каски, космо, кулаки. Наконец. Тогда на мне каска дали. Ой, на космо говорю. На деньги. Каску бахни. Было бы несправедливо заставлять вас драться. Будет с каска. На вулканами. Если у меня дом не пустит. Марина вулкана. Может, аддон врет, что на ней нет. Ну, мне тоже показывает, что на ней нет. Есть, есть. Ух, эти аддоны, за которые лутаешь зря ГП. Тебе жилок. Вот. Жилок. Чего жирного?
То, что ты его постоянно заставлял, а оно бесполезно. Кто бесполезно? Слушай, ты постарел в поездке. Кое. С чего вдруг оно бесполезно? Кое, я повторю. Да ты вообще молчи, ты еще глуши. В общем, Дезуран писал, что такое нихуя не работает. Окей. Мол, у всех боссов есть резист, и их соли нельзя срезать. Вот так вот он ответил. И он задумался. Мне кажется, мы его сломали. Да, просто. Возможно, был боёк. Как обычно. Вот и все. А может, действительно не работает? Не работает ничего. Забивай. Если возможно сбивать, у Юка. Меня нету. Ебаное отражение. Контролить урон никак нельзя. Пошли ударили. Я вижу. Диспел ред. И по ханту контроль поздно дали. Нужно было по фиру подлить контроль. Сложно. Полика поднять? Ну как нет. Инер Лероли это какие? Хорошо, я гимнзвук. Понял. Да, у меня свои спеллы откатились. Не надо Инера. Близко Келя летаете. Пиха два стартера.
Голиаф 300. Уже могли нет. Разрез вытери. Я же говорил, упадет. Форт Шатра. И пушку переоденьте. Хорошо, Саня, Баларан тогда прыгнул. Ну или здесь останется просто.